Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас очень важная миссия. Вот какая, вам расскажет и мне вместе с вами наш уже старый знакомый Виктор Алексеевич Рудковский, который, напомню, комментировал получение первого металла из Финляндии. Добрый день, Виктор. Здравствуйте. Расскажите, что мы здесь сегодня с вами делаем? Сегодня мы находимся на приемке анкерных опор для легкой путевой структуры. Это уже не первый наш визит на это предприятие. Ранее были, значит, выезды и контрольные замеры основных параметров, геометрии, приемка материала и промежуточных этапов сборки. Значит, были некоторые замечания касаемо выполнения сварочных работ и точности изготовления готовой металлоконструкции. Вот сегодня в рамках, так сказать, контрольной приемки, в общем-то, мы смотрим эти качество устранения этих несоответствий и, в общем-то, готовность продукции к отгрузке, которая должна состояться завтра. Так это уже завтра повезут их устанавливать в экотехнопарк? Ну, завтра планируется отгрузка. В случае, если разрешение на перевозку негабаритного груза уже готово, этот вопрос сейчас уточняется. Если все нормально, тогда отгружается на негабарит и, собственно говоря, на монтажной площадке Марина Горки на нашем полигоне экотехнопарка уже, в общем-то, будет происходить установка. Завтра или не завтра, не могу сказать точно, но вот в ближайшие дни. Все ли 4 анкерные опоры вы проверили, приняли и готовы они будут к отгрузке? Приняли фактически окрашенных и готовых к приемке 2. Две из них еще, они тоже окрашены, но на этапе сушки, поэтому, в общем-то, приняли визуально. Но, как я говорил, геометрию принимали ранее, поэтому там вопросов по ним не возникает. Спасибо вам большое. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал YouTube. Не забывайте об официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда, бог даст, от тяжелых металлов перейдем к драгоценным. Строй SkyWay! Спасай планету!